И всем здоровчик, с вами я, Максончик, и сегодня будет обзор нового обновления в игре Бимка. Ссылка на нее будет в описании. Давно у меня видео на канале не было, ну уж извините. Только сейчас мог записать. Ну вот, мы видим тут новая карта, парковка. Заходим. Так, мы тут видим, машин новых нету, но ничего. Берем такую жигу. Так, и вот наша новая карта. Ой, сразу колесо отломали. Ну так-то нормально. Чуть-чуть замяли машину, конечно. Дайте на хоть карту посмотреть, я какой-то водитель никудышный. Ай, гвоздь мне в кеды, давайте заново. Ну давайте возьмем обычный гелик и поедем. Тут есть всякие трамплины. Всякая такая фигня. Хорошо получилось. Так, ну тут, в общем-то, ничего почти нету. Так, тихо меня ведет. Ай, чуть-чуть гелик разбили. Так. Он вообще не едет теперь нормально. Давайте рестарт. Обычную жигу. А чё она желтая? Ну, это прикольно. Типа такая немножко ржавая. Вроде в прошлом обновлении такого не было. Она была другого цвета, белого вроде. Теперь желтая, гнилая. Ну, в общем, это как и должна быть жига. Ладно, шучу, конечно. Замедление времени можно включать. Тут вот такие вот фуры стоят. Так, тут еще сзади можно покататься. Так, я сквозь забор могу проезжать. Опачки. Ладно, ничего страшного. Тут можно вот так между столбов. Сейчас возьмем дрифт жигу и поедем люто. А она вообще синяя. Я не бухаю, я дрифтер, написано. Ну, в общем-то, вот такое вот небольшое обновление достаточно. Ну, а с вами был Максончик ТВ, и всем удачи, и всем пока.